Более 17 миллиардов рублей из разных источников финансирования будет направлено в этом году на дороги Нижегородской области. Планируется отремонтировать около 470 километров дорожного полотна. Ремонтные работы начнутся сразу после наступления положительных температур. Основные решения, те, которые принимаем Лев Сергеевич, они в первую очередь направлены на том, чтобы наоборот поддержать муниципалитеты в развитии транспортной инфраструктуры, в поддержании в том числе и по транспорту, в том числе и по ремонт автомобильных дорог. Наша задача уже отконтролировать, каким образом будет выполнена работа, и поэтому и Главное управление автомобильных дорог выезжает и проверяет те работы, которые выполняет муниципалитет. Вопрос качества – это полномерная ежедневная работа. Немаловажную роль в этом играет и участие руководителей в том, чтобы обеспечивать контроль качества, организации контроля, и организации, самое главное, чтобы это было системно. И только таким образом можно будет надеяться на то, чтобы потом подрядчик, привыкший уже полностью к осуществлению этих требований, полностью их выполнил.